Может, я могу заинтересовать вас морозным кольцом? Да бери, бери, моя любимая. Выходи за меня замуж, ты уже вон как раз в белом платье, я вон такой красавчик, давай. Чтобы не пропускать новые ролики и стримы, подпишитесь на бесплатную рассылку уведомлений ВКонтакте. Для этого вступите в группу канала по этой ссылке, нажмите на изображение колокольчика в меню, нажмите подписаться и разрешить. После этого вы будете получать уведомления о новых роликах и стримах в личные сообщения из первых рук. Подписывайтесь на бесплатную рассылку ВКонтакте. И тогда вы точно ничего не пропустите. Приветствую вас, земляне! С вами пришелец Саймон, и мы продолжаем играть с вами в Дельтарун на русском языке. И спросите, почему мы стартовали здесь? Хотя мы должны были пройти дальше. Дело в том, что мы пошли по странному пути немного неправильно. Надо было сделать кое-что еще, мы кое-что забыли. Мне об этом написали в комментариях, и я также открыл. Тут рядом у меня гайд лежит. И тут появился вот этот товарищ. Чего тебе надо? Ну-ка. Я пошел в магазин, а там была нужна подпись для использования кредитки. Но когда я попытался подделать свою подпись, рисуя случайные закорючки, им это не понравилось. Кстати, наверное, он говорит про тот самый магазин. Я просто думал, что это сразу после падения, короче, с горок надо было сделать. Но, видимо, он тогда не открывается. Он только сейчас откроется. Вот, мы сталкиваемся с Виракуном. Что происходит, что мы делаем? Мы сейчас будем, короче, его... Ну, сильно бить не будем, а ты защищайся пока. Да, так, понятно. Блин, чё он такой? Чё он такой дохлый, извините меня? Я думал, как я его стукну, ну, чтобы потом легче было его заморозить. Накоплю вот этой маны непонятной, и потом она его заморозит. Он взял и сразу сдох. Вот зараз такая, а? Что происходит, что мы делаем? Давайте защита-защита тогда. Я чумая проказа, так, опа. Ой-ой-ой. Ну ладно, это не важно. Так, теперь... Защита. А ты... Давай. Эльза моя из холодного сердца. Бдыщ. Ледяной шок. Вы победили, получено 128 баксов. Ты по-прежнему ничего не хочешь прокомментировать. Видимо, для тебя это норма. Ты, видимо... А, она же думает, что она дрыхнет. Точно, я и забыл. Вы копаетесь в мусоре и находите мусор. Фигово. Так, а... Находите мусор, а никто больше не выскочит. Скоро на улице мероприятие, это мы разговаривали. В общем, идем назад. Проходим, проходим, проходим. Господи, ты что, никогда дорогу не переходила? А, вы живете-то в деревне в какой-то. Так. Ну, иди, господи. Так, горки на ремонте, единственный транспорт, великолепно. Так, сохраняться не будем пока. Где-то тут нужно найти еще одного чудика, который, знаете, такой, поп-ап, по-моему, его зовут, рекламный... Короче, рекламное объявление, которое насылает. Может, он здесь где-то? Или он перед входом в город должен быть? Так, идем, 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 идем. Идем назад. Вон бананы. Ага, хорошо. Ну-ка. Вот они. Выскочи, выпрыгивают. А, выскочи, типа, выскакивающая реклама. Всплывачи еще можно было бы назвать. Так, ну давайте защита. Защита, пока защищаемся. Ой, ёшкин кот, какие они тут сложные. Так, теперь защита. А ты ледошок до первого. Заморозило, хорошо. Он на наковальню стал похож. С днем рождения. Опа, опа, пара, папа, пара, папа. Ага, я аккуратно. Так, дальше. Теперь защищайся, а ты ледушок. Ледушок. Великолепно. А, они больше до стрелочки такие похожи стали. И такая тишина сразу. Тяв-тяв. Давайте сходим сюда. Могу больше вещей. Ага. Так, Нуберт.
Где тут подписи с закорючками там были? Крис, мы точно идем правильной дорогой? Не спорь со мной, пожалуйста. О, здравствуй, ты? И не думал, что ты меня тут будешь ждать так. Защита, магия, ледошок. Что, прям так сразу? Ну ладно. Ай, вот, а этот ледошок, он... Точнее, вот этот противник, он немного более прочный. Так, еще защита. Защита, пока что так. Аккуратненько. Вот теперь защита. И вот так. Так, все, заморозили. Наэль стала сильнее, потрясающе. Вот тут подписи с закорючками. Окей, да, а что вы все тут забыли, мои хорошие? Что вы тут тусуетесь? Почему вы не в городе? Почему вы не где-либо еще? Давайте его легонечко стукнем. Так вот, чтоб не сильно больно. Так, аккуратно. Наяриваем вот этой вот магии. Теперь защита, магия, ледушок. Ледушок на... Во льду. Потрясающе. Блин, реально, как геноцид, тишина такая. Чувак, а... Где твой магазин? А, господи, вот где. Тут дырка была все это время, оказывается. Ну ладно, тут дверь закрыта. Крис, почему мы пришли сюда? Дома никого нет, точнее, нет никого вообще. Это так страшно. В то же время это своего рода ностальгия. Ностальгия? В связи с чем? Дверь закрыта. А почему закрыта? Типа, так и должно быть. Ну ладно. Ну, если что, мы знаем, куда идти. Мне кажется, вот этот товарищ, который является, можно сказать, главным персонажем, связанным с этой... не концовкой, а с этим путем. Он, получается, вот будет нас ждать так же и там. А, кстати. А, перегораживают до сих пор. Я думал, там пропали эти конусы. Ну, допустим, вот добро пожаловать. Идем. Опа. И теперь машин нет. Вроде все правильно. Не больно его стукнем легонечко. Потому что самое такое вот опасное действие должна совершить именно Наэлька. Наэлька-карамелька, так. Уколок надевает клоунский нос, чтобы вам было комфортно. Я что-то не вижу, ты ничего не надеваешь, ты нам врешь, так. А за то, что ты нам врешь, мы сейчас тебя заморозим, так? Ледушок, уколок. Еще не все. Какой ты прочный засранец, а? Ау, в кактусы нельзя врезаться. Прекрасно. Защита, магия, ледушок. Все, уже можно. Во льду. Прекрасно. Кстати, а вы откуда все ехали-то? Ребята мои дорогие. Что-то мы идем, и там тупик. Вы... А, или может там дороги перекрыли. О, задач. Задач, кошка-дач. Так, битва, задач. Ну, давайте. Вот так вот. Легонечко. Стукнем, мяу-мяу-мяу. А, в принципе, можно было сразу наложить ледошок, но... Все равно. Может и с первого раза сработать. Защита, магия, ледошок. А, ну он даже не уставший, мне кажется, не... А нет, смогла с первого раза, молодец. Молодец, наша Эльзушка. Так, идем, продолжаем наш путь. Ну и давайте, наверное, зайдем сюда. То есть сохранимся и сохранимся на второй слот, потому что там у нас все безнадежно испорчено, как говорится. А второй слот мы по-прежнему оставим как запасной. Так, здесь, по-моему, ну можно сделать, наверное, так же, как мы... Прошли, а можем пройти как это самое. Как по идее надо. Давайте так и вот так. Похоже, они позаботились об этом. Так, вот это мы сделали.
Вот на второй головоломке нам нужно будет ее как-то пропустить. Так, вот этих двух надо превратить в лед. Давайте, ты стукни этого, а ты этого. Давайте так, два яблока понадобится. Ну, допустим. Ой, мало, мало для ледушока. Давайте защита и защита. А, защита, она дает тоже ману нам, оказывается. Я как-то и забыл. Ну ладно. Давай защита, а ты давай вот этому ледушок. О, молодец. Принимали ли вы пули сегодня? Мы пули не принимали, мы всякую гадость не принимаем. А вот ты сейчас примешь ледяную шоковую терапию, ледошоковую, так. Защита, магия, ледушок. Так, виу-виу, значит, еще раз надо будет. Опа, 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 опа. Хорошо. Так, теперь. Так, защита, магия, ледушок, уколок. Все прекрасно. Так, тут нас ничего не ждет. А... Так, тут продавцы исчезли. Продавцы исчезли, тут исчезли. О, кстати, реально напоминает геноцид в Undertale. Когда все покидают свои дома, свои точки. Вот теперь все... Теперь, видимо, остались только их, скажем так, солдаты, воины, которые на нас нападают. Пытаются нас обезвредить. Так, защита, магия, ледошок. Хорошо. С Новым годом. Ой, блин. С Новым годом, с новым счастьем. Ах ты ж, мать твою. Защита, магия, ледошок. Да, можно просто защиту брать и все. Так, дальше. Давай, Сайори. Сейчас мы с тобой разберемся. Защита, магия. О, кстати, удобно, что 16 защиты. То есть защита добавляет нам 16 единиц, которые как раз нужны для вот этой атаки. Очень хорошо. Так, давайте подкопим все равно. Дальше. Защита, магия, ледушок. Получай. Заморозили еще. Вот еще, пожалуйста, бегут. С ними обязательно тоже надо разобраться. Защита, магия, ледошок первый. О, его сразу. Где будет Ви, там будет и У. Ай. Прикольно. Ой-ой-ой, опасно. Теперь защита. Магия, ледушок, кологу. Тебя уже с первого раза пора научиться. Ты что не прокачиваешься это толком, а? Наэлюшка. Наэлька, карамелька. Так. Защита, магия, ледошок, уколок. До свидания. Так, теперь подходим сюда. И, так понимаю, нам обязательно нужно развивать с ней романтическую ветку, Снейль. Ну, мы, в принципе, это и так делали, поэтому вот я поеду с тобой. Хочешь расшатать кабину, я знаю, что не так, Наэль поедет со мной. Что? Ну, конечно, если правда хочешь, наверстать упущенное... Это розыгрыш. Но это не розыгрыш, мы, по-моему, и так с тобой поедем. Не, спускаться не будем, наверное. Тут что-то еще вроде надо. Где... А тут просто пусто. Ладно, тут дискетки, микроволновки тут какие-то непонятные. Ладно. О, здорово. Хо-хо, молодая парочка вместе школьной ночью. Могу ли я заинтересовать вас обувью для свиданий? Что? Нет, нет, вы ошиблись. Крис, я просто... Друзья, Крис живет со мной по соседству всю мою жизнь. Мы через столько всего прошли, иногда кажется, что мы знаем друг друга лучше, чем кто-либо. Все же как-то трудно сказать, что мы просто друзья. Мы что-то большее. Нужно ответить, что мы с тобой шуры-муры крутим. Что это значит? Это не лучшая интерпретация уж точно. Опа. Раз уж вы нечто большее, то свадебные туфли вам не подойдут? Может, я могу заинтересовать вас морозным кольцом? Можешь, можешь. Кольцо? Ха-ха, прости, мне кажется, что нам подобное не нужно.
Да ладно тебе, ангелок, без хорошего снаряжения не стать сильнее. Сильнее? Наверное, в этом есть смысл. Ха-ха-ха, Крис покупает мне кольцо? Ага, конечно. Блин, она так, кстати, говорит, что она реагирует на наши подкаты не так, что, типа, фу, я не... Крис, ты мне не нравишься, я не хочу быть с тобой, да чтоб я с тобой куда-то пошла, а будто бы, ой, да Крис, ну это розыгрыш, он, наверное, со мной не хочет, он все равно со мной никуда не пойдет. То есть, мне кажется, разработчик дает понять, что и ко мне, то есть Крису, у нее тоже есть чувства. Это, кстати, любопытно. То есть, это как Альфис, она и к Асгору, и Кандайн испытывала чувства одновременно. И здесь, получается, тоже она, вот, можно сказать, выбирает. Так, купить. Что? Крис, ты купишь его для меня? Тогда, я полагаю, мы можем узнать цену. Сколько оно стоит? Всего лишь $2267, да. Это я прочитал в гайде. Оно в любом случае будет стоить на доллар дороже. Что? Простите, у нас нет столько денег. Тем не менее, приятно было услышать такое предложение. Возьми! А, я? Ты просишь меня получить его? Крис, давай, ты же знаешь, мы не можем себе этого позволить. Да бери, бери, моя любимая. Выходи за меня замуж, ты уже вон как раз в белом платье, я вон такой красавчик, давай. Что? Крис, я только что сказала тебе, у нас нет денег. Что ты просишь меня сделать? Ты меня просишь? Господи, да бери, ну не знаю, пошарься у себя в карманах, во всевозможных. Может, у тебя найдется там какой-нибудь рубль. Туфлю ему продай свою одну. У тебя вроде копыта, они, в принципе, не замерзнут без обуви. Крис, нет, я я бы никогда не смогла. Бери, говорю. Я... Вы получили морозное кольцо. О! Что? Что сейчас произошло? Я действительно только что... Нет, нам его просто отдали, кольцо. Кроме того, хорошо стать сильнее, не правда ли? Спасибо, Крис. Да, и, по-моему, оно у нас сейчас должно быть. Снаряжение, морозное кольцо. По-моему, его нужно экипировать его в качестве оружия себе. Нет, я не могу. Я не имею права, видимо, его надеть. Значит, должна его делать... Ну, надевай тогда. Выходи за меня. Когда свадьба, моя хорошая? Вон, на колесе обозрения тебе предложение сделаю. Продавца нет, тишина, кстати, такая реально. Что это за такой продавец, который дал нам оружие, орудие массового поражения? Так. Так, когда сходишь с кнопки, как насчет я стою тут? Как насчет я стою тут, а ты проходишь? О как! Блин, я надо было прочитать. Она в этот раз сама меня попросила. Хорошая командная работа. Окей. Видишь, Наэль, ничего плохого не случится. Получение этого кольца было хорошим, да? Кстати, вот, мне кажется, этот путь позволит открыть нам глаза на Криса и на его взаимоотношения с друзьями, потому что она до этого считала нас странным, то есть она нам на это намекала, что я вот как-то расшатывал вагончик на колесе обозрения и пугал ее. Еще как-то ее пытался разыгрывать. В данном пути она будет все больше и больше будет убеждаться в том, что мы больные. Что Крис у нас маньяк, извращенец и очень странный чувак. Так что перестань думать об этом. Перестань думать о том, чтобы сойти с пути и... Пусть Крис... Нет, Наэль, не думай об этом так. Это ужасно. Это ужасно, это естественно. Стоп. А тут в гайде у меня ничего не написано. У меня тут ничего не написано по этому поводу, но это естественно, давай. Крис, о чем ты говоришь? Возможно, я сказала это вслух. Опа! Музыка поменялась. Немножко странное тоже, да? Прикольно. А ну-ка, иди сюда, иди сюда. О, видите, как они боятся теперь нас. Давайте защита, магия, ледошок. И то есть теперь она, наверное, морозным кольцом вот этом еще сильнее будет действовать. Во, 370 урона нанесла. Кошку с первого раза заморозила.
Мяу-мяу-мяу. Ой! Ну, неудивительно, что вы такие агрессивные-то стали. О, у нее 130 здоровья, аж ничего себе. Так, защита, магия, ледошок, задач второй. Прекрасно. Опа, опа, ай-яй-яй-яй-яй. Блин, трудно мне уворачиваться. Как же я буду с финальным боссом-то биться? Это же кошмар будет. Ладно, защита, магия, ледошок и до свидания. Так, до свидания, киса. Вот тоже замедление такое происходит. Так, вы, Наэль, наполняете силой. О, сохранить. И тоже, знаете, параллели такие с Undertale'ом, геноцидом. Замедление музыки, все исчезают. Вместо того, что вы наполняете силой чего-то там, чего-то просто. Вы, Наэль, наполняете силой. И все, как решимость в Undertale. Просто решимость и все. Вниз можно пройти. Вот, вот у нас Вира-Виракун. О, боится, уже не хочет к нам подходить. Так, защита, магия, ледошок первый. Замечательно. У меня есть любовное письмо для тебя. Да. Спасибо за любовное письмо. Ты не против, если я подарю тебе кольцо морозное, да? Защита, магия, ледошок. Хорошо, опа. Наэль стала сильнее, такая аура у нее появилась. Она раньше была? Я что-то не замечал. Вот теперь действительно странный путь. Так, ой, а ну-ка иди сюда, мой хороший. Во льду замечательно. Вот, 142, вот это мы ее прокачиваем, конечно. Она, по-моему, сейчас больше, чем я, максимального здоровья имеет. То есть она жестко у нас будет прокачиваться. Делаем из нее такую вот снежную королеву настоящую. То есть он сверху и снизу, вот этот топровый день появляется, и было неважно, вверх или вниз пойти. Так, иди сюда. Стоять, стоять. Укологи посигнали вашу строну. О, печат, очепяточка. Так, защита, ледошок. Первый. Первый пошел. О, даже вот этих, они довольно жесткие. И теперь она тоже с первого раза их... Опа-па-па-па! Ай! Ух. Теперь высасывает кофе из высокого стакана. А поделиться? Вот за то, что кофе не поделишься, вот мы тебе сейчас покажем и отберем твой кофе. Давай. Нормально. Так. Ну, да, в принципе, нам... Ой, нам это не так уж и важно сейчас набирать, потому что защита нам дает ПН. Магия, ледошок, пожалуйста. 146. Нет, не больше здоровья, просто. Но было 90. Нужно будет вот две длинные автомобильные дороги. Идем сейчас вниз. Да. Потом так. Еще раз вниз. И налево. Идем сюда. Опа. Комнаты посередине. Между ними есть комната. Ну-ка, как же его озвучить? В поисках неотразимой сделки, которая поразит тебя. Ну, заткни рот, потому что ты слабый. Попробуйте маленькая тренировка в пятницу вечером. Тогда я покажу вам мой. Тогда я покажу вам свою. Пять осталось. Пять осталось, хорошо. Нужно где-то еще походить. Вперед не идти. А именно вот походить где-то вокруг. Возможно, они, кстати, по этим же самым дорогам бегают. Вот, например, самый низ спуститься, нет? Нет. Надо еще где-то погулять и найти еще вот этих чудиков. Так, здесь тупичок у нас. Вон светофоры замороженные, кстати. Опа, здорово. Иди сюда. Так, ну, следующую комнату... Нет, давайте не пойдем. Рано, еще рано. Надо вернуться к этому импозантному молодому человеку. Так, налево, вернее. Сначала направо, потом налево. Вам налево, мне направо, ну и до свидания. В поисках неотразимой сделки. Ты слабый, тогда я покажу вам свою. Четыре осталось.
Я троих замочил, было пять. Чем ты недоволен? Комнаты посередине, между ними есть комната. Что это значит? Это нам на будущее подсказка или на прошлое? То есть мы должны где-то найти еще одну комнату, где есть эти чудики. Так, ладно, давайте пройдем. Давайте поищем еще в предыдущих локациях, где мы могли пропустить. Вот да, тут, кстати, мы не могли сюда нормально добраться. Из-за того, что... Так, тут статуя. Не могли добраться из-за того, что было много машин. А теперь машин никаких нет. И теперь все дороги свободны, можно спокойно по ним гулять. Давайте. Отскок клинок. А, мы кстати, не взяли-то. Сундучок не открыли в этот раз. Вещи, так, снаряжение. Атака минус 2, защита 6. Не, пусть он пока просто полежит. Пусть просто полежит у меня в кармане. Может, про это комната посередине имеется в виду? Нет, тут. Тут просто ящики. Коробка. Коробка полная бублика. Взять одну? Давайте. Предмет CD бублик добавлен вместе. А Давайте еще. Какая красота офигенская. Что у нас там со складом? Склад, CD бублик. Мне кажется, нужно... Возможно, я совершу ошибку, но мне кажется, у нас тут бесплатные лечилки. Бесплатные лечилки, поэтому... А, не осталось бубликов. Я думал, мы прям полностью склад можем забить. Ну ничего, давайте вот здесь же сохранимся. Если что-то, ошибку какую-то сделаем, то ничего страшного, у меня всегда есть возможность перепройти. У меня сохранёнка это есть, осталось. Вообще, у меня в гайде написано... Если счетчик показывает 4, то можно идти дальше. Но я на всякий случай перепроверю. Перепроверю и закончу, кстати, сегодняшнюю серию, потому что нужно это заканчивать. Уже 37 минут снимаем. Но я, конечно, многое вырежу, потому что на эти битвы вряд ли будет интересно смотреть, на все эти перепроверки. Опа! Я тут комнату пропустил. Ах... Что случилось, королева номер один? Что тебя здесь смущает, моя дорогая? В нем лежит розовая лента в броню. А для кого? Это для Ральзея, наверное, лента. Ладно, видимо, это для кого-то из наших ребят. Ральзея, Сьюзи, вот этих. Ну все, мне кажется, мы можем спокойно идти дальше, вперед. Ну, короче, сходим, если здесь ничего нет, если ничего не найдем, то просто загрузимся и все. Так, заходим сюда. Дверь закрыта, да, дверь по-прежнему здесь закрыта. Надо будет вернуться потом сюда, наверное. Ну ладно, давайте закончим тогда. Я очень надеюсь, что вы посмотрите эту серию, потому что прошлая серия набрала просмотров очень мало, как это ни странно. Хотя начиналось все, казалось бы, самое интересное. Здесь уже началось вот самое важное, поэтому я очень заинтересован в том, чтобы вы как можно лучше посмотрели, пролайкали эту серию, чтобы мы уже прошли до конца, побили босса вот этого секретного, получили все вот эти новые альтернативные впечатления от этой игры. Поэтому, если вам понравилась эта серия, то ставьте палец вверх, подпишитесь, позвоните в колокол, поделитесь этим видео с друзьями и оставьте комментариев, да побольше. У меня есть группа ВКонтакте, личная страница ВКонтакте, страницы в Инстаграме, Дискорд-сервер и канал на Твиче. Обязательно добавляйтесь в друзья и подписывайтесь. С вами был пришелец Саймон. Игры сводят нас с ума в хорошем смысле. До скорого, земля! Пока!